душевые, это было что-то всем. Тут ржавые уголки, плиты эти самые. Во главе вашего заведения учебного, во главе таких же муниципальных предприятий, рынок, стояли люди, которые преследовали нажить и обогатиться за счет вас, нас, людей, мельчан, свои личные интересы и финансовые преследовали, но они никогда не заботились о вашем бассейне, они не строили спортивные площадки, они не строили футбольные поля. До 2015 года я, как и вы, сидел слепым котенком, я не понимал, что происходит и куда деваются эти огромные деньги. Да, бюджет Бельцева небольшой, 450 миллионов. Но на эти 450 миллионов Бельцы могут жить. Да, это мало, но они жить могут. Если не красть, а развивать все в Бельце, допускать обратно все в город, все будет нормально. И вы на себе это ощутили за два года, как у вас поменялось руководство. Вы более сплотились, вы более стали дружными, но вы достигли результата. Сегодня нельзя вернуть то, что вы раньше, ваш бассейн сдавал 900 тысяч лей. Сегодня он стоит около 2,5 миллиона, понимаете? Но нельзя сегодня вернуться обратно и сдавать опять 900, а миллион, чтобы кто-то разделил. Вы голосуйте сердцем и вспомните то, что было и что сделано сегодня. И вы поймете, в чем разница.